Steam устарел. Для запуска этой игры потребуется обновить клиент. И тут же Steam, обновление клиента, ваш клиент Steam не нуждается в обновлении. Такой классический пример взаимоисключающих параграфов, который войдет в твои аналы. На самом деле, в большинстве случаев для решения этой проблемы Достаточно выйти из Steam через его меню, выбрав там пункт Выход, покилять все его процессы в диспетчере задач и запустить его заново. Если при этом ошибка осталась, то некоторым помогает удалить Steam и установить его заново. Если это не помогает, то нужно сделать следующее: зайти в Steam в его настройки. Если у тебя включен семейный режим, то семейку нужно отключить. Соответственно, в настройках Steam нужно присоединиться к бета-программе, либо наоборот выйти из нее, если ты в ней уже участвуешь. После этого клиент Steam обновится. В программу бета для какой-то конкретной игры, в данном случае CSGO, входить не нужно. После того, как клиент обновился до бета, игрушечка запустится. После этого можно выйти обратно из бета-программы, Пару раз позапускать Steam, и игрушка в конце концов начнет работать. Я бог Ютуба. Лайк, like, подписка, бубенцы.